В футболе не побеждает сильнейший, а сильнейший тот, кто победил. И до сих пор слова Франца Пикенбауэра актуальны перед каждым матчем. Мы ждем в свистках начала острой сюжетной дуэли Ливерпуль против Манчестер Сити. Сегодня нас ждет очередная и, надеюсь, потрясающая игра в Кубке Англии. Обе команды сегодня постараются продемонстрировать весь свой потенциал, и я не сомневаюсь, что нас ждет красивый матч. Сегодня Ливерпуль встречается с Манчестер Сити. Об этом матче говорили всю неделю. Ожидания от него просто запредельные. Как думаешь, оправдаются они? Хотелось бы. И очень надеюсь, что игроки всего этого не читали. Иначе есть шанс перегореть еще до начала поединка. Итак, смотри, парни-то все известны. Что они нам сегодня покажут? Посмотрим, эти ребята действительно сейчас в очень хорошей форме. Так что защитникам и вратарю обязательно нужно быть сегодня предельно внимательным. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Смотрим состав Манчестер Сити. У второй команды расстановка практически идентичная. Вот и выясним, кто же в итоге кого переиграет тактически. В центре поля нас ждет очередная и, надеюсь, потрясающая игра в Кубке Англии. Обе команды будут стараться на славу, и я уверен, нас ждет красивый матч. Кевин Де Брюйн. Сане. Передача на Де Брюйне. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Фабио Таварес. Мохамед Салах. Роберто Фирмино. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Салах. Леруа Сане. Мансити флангом атакует. Никого там нет из соперников. Нужно забивать и выходить вперед. Не получилось развить эту атаку. Защитники надежно сыграли. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Возвращаются на свои позиции игроки обороняющейся команды, и контратака потихонечку затухает. Защита первая на мяче, вынос Леруа Сане. Жезус. Нголо Канте. Де Брюйне. Бернардо Сильва. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Жоэль Матип. Алаба. Де Брюйне. Кевин Де Брюйне увидел вариант для передачи, но и выполнил плохо. Фабио Таварес. Аут бросает Манчестер Сити. Бернардо Сильва. Жезус. Пауло Дибала. Леруа Сане. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Роберто Фирмино. Садио Мане. Вирджил Ван Дейк. Фабио Таварес. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Есть вариант развития атаки. Удар по ворота. Хороший удар, но рядом. Камень. Де Брюйне.
Сити на фланге есть свободная зона. Туда пойдет атака. Нет, не дошел этот пас до адреса. Финал. Побед Таварес. Кейта. Роберто Фермин. Угловой для Ливерпуля. Подали мяч с углового в центр штрафной. Финал. Нужно выходить вперед. И они все-таки забили. Счет в матче открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне заслуженный гол. И повтор голевого момента у нас. Обидный момент для вратаря. Мяча он коснулся, но все равно тот влетел в сетку ворот. Команда повела в счете. Тренер буквально расцвел на глазах. Пауло Дибал. Леруа Сане. Пауло Дибал. Бернардо. Вратарь ждал этот мяч и легко сыграл. Снова точный пас в его исполнении. Кейта. Роберто Фирмино. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Жезус. Леруа Сане. Не рассчитал Дибала передачу и ее перехватил. Н'Голо Канте. Леруа Сане. Пауло Дибал. Жезус. Хорошо мяч перехватили в атаке. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Ливерпуль атакует через фланг. И можно развить эту атаку там в свободной зоне. Леруа Сане. Жезус. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Долго возились с мячом. Соперник уже успел все свободные зоны перекрыть. Леруа Сане. Кевин Де Брюйне. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают. И снова ничья на табло. Все только начинается. Повтор гола Де Брюйне. Сыграно было действительно здорово. Снова равенство на табло 1-1. Джорджиньо Вейналду. Кейта. Роберто Фермин. Вейналду. Роберто Фермин. Посмотрим, кто из них сильнее физически. Вейналду! Вратарь намертво. Алло, Наталья! Отличный отбор мяча. Пауло Дибал. Де Брюйне. Бернардо Сильва. Продолжает владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Н'Голо Канте. Де Брюйне! Штанги спасает, но игра продолжается. Классный момент был для того, чтобы забить решение. Нарушение и штрафной удар. Н'Голо Канте. Жезус! Это гол! И повели они в счете благодаря этому забитому мячу.
Ну, наверное, устали команды в концовке тайма. Тем не менее, пропускать вот такой гол в раздевалку это не дело. Да, и сейчас настрой уже будет совершенно другой, причем у обеих команд. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Вейналдум. Вирджил ван Дейк. Роберто Фирмино. Леруа Сане. Команда уходит на перерыв со счетом 2-1. Хороший первый тайм он провел. Я думаю, что он должен быть немножечко расстроен по итогам первого тайма, несмотря на то, что на его счету один забитый мяч есть, но он все-таки был близок к дублю. Но не сложилось. Манчестер Сити начинает второй тайм. Пока что команда выигрывает. Дебрюйне. Н'Голо Канте. Менди. Леруа Сане. Жезус. Дебрюйне. Отличный вынос. Менди. Леруа Сане. Есть вариант развития атаки. Кевин Дебрюйн. Бернардо. Бернардо. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Леруа Сане. Дебрюйн. Бернардо. И снова на Дебрюйн. А вот сейчас может быть опасно. Спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. С углового подает Дебрюйна. Все просто. Вынос. Отомень. Бернардо. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Отомень. Дебрюйна. Бернардо Сильва. Кевин Дебрюйн. Дибала. Просто невероятный перехват. Еще один прекрасный пас в его исполнении. Ливерпуль атакует через фланг. И можно развить эту атаку там, в свободной зоне. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Искал он партнеров, но нашел только вратаря соперника. Перед игрой стало известно, что Реал наконец-то получил этого игрока. Это так? Да, переход подтвержден, и уже совсем скоро мы сможем увидеть этого игрока на поле. Отличный пас! Прекрасный пас на ход! Какой отбор! Вовремя успел выбить мяч! Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Сравнивать нужно! И есть гол ответный, ничья у нас опять. Здорово сыграли, молодцы! И надо, конечно, обнять тренера, поблагодарить за этот гол. Этим голом команды восстановили равновесие. Пока счет равный, посмотрим, надолго ли. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Счет у нас снова равный. Пауло Дибал. Жезус. Терпеливо ждут они своего шанса. Леруа Сане. Кайл Уокер. Кевин Дебрюйн. Играют в пас и держат один темп. Не стараются пока обострить игру.
Нголо Канте. Дибала. Легко справляется Бартань с этим моментом. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Кевин Де Брюйн. Алан. Ливерпуль начинает атаку. Подавай! И подача туда, в сторону ворот. Промахивается он из великолепной позиции. От доворота было всего ничего. Решил пробить на точность и не попал. На Мидсу. Лапорт. Нголо Канте. Кевин Де Брюйн. Жезус. Бернардо Сильва. Партнеры поддерживают эту атаку. Пауло Дибал. Нголо Канте. Де Брюйн. Передача на Дибалу. Сане! Отличный сейв вратаря. Второго тайма примерно минут 15, ну и плюс то, что добавит арбитр. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. И за боковой мяч ведут в игру футболисты Манчестер Сити. Отправляется на скамейку игрок, и трибуны просто с ума сходят. Ну что, вот такие овации, достойная награда игроку, который сегодня проявил себя во всей красе. Отдал явно не так, как задумал, и мяч ушел в аут. Садио Мане. Кейта. Чемберлен. Жоэль Матип. Роберто Фирмино. Мохамед Салах. Окслейд Чемберлен. И открывается партнер под атаку. Нголо Канте. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Жезус. Кайл Уокер. Дибала. Бернардо. Пас играет команда, ждет своего момента, перекатывая мяч. Дибала. Бернардо. Хорошо оборона себя проявила сейчас. Садио Мане. Окслейд Чемберлен. Роберто Фирмино. Думаю, не прерви он этот пас, соперник вышел бы вперед, и отыграться бы не удалось. Окслейд Чемберлен. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Игра на 3 исхода, я бы сказал. Не удивлюсь любому результату. Получится у них победить. Идеальный момент. Габриэль Жезус. 2 минуты. Мухаммед Салах. Роберто Фирмино. Садио Мане. И это мог быть его дубль. Закончен матч. Боевая ничья. 2-2. Хороший матч, хороший результат. Вот они, составляющие хорошего вечера для их болельщиков. Сегодня есть повод для радости. У них команда действительно играла в очень хороший футбол и добилась справедливой победы. Вот интересно, Кевин Де Брюйн как сегодня выступил, Константин, на твой взгляд? Сыграл он сегодня здорово, был активен, в результате чего забил гол, но ведь мог еще и дубль сделать, но ему немного не повезло.